перед установкой карбюратора на мотоцикл при его сборке желательно сразу же залезть в него и помыть. Кстати, видно, что пещерные люди уже разобрали его при разборе мотоцикла, отвернули всевозможные там датчики, которые неизвестно где там заслонки и прочее. Это немножко усложнит сборку, возможно, придется опять делать паузу на дозаказ. Вот, ну это. Так, ну вот наш карбюратор отмыт. Сейчас мы посмотрим состояние диафрагмы, потом состояние жиклеров, и уже потом можно будет ставить его обратно на мультик. Диафрагма чистенькая. Жилка есть. Так, сейчас мы эту диафрагму, вон она, сколько тут тоже грязи, промоем очистителем тормозов. Ни в коем случае нельзя использовать очиститель карбюратора, потому что очиститель карбюратора разъест резинку. Очиститель тормозов, он сам по себе сделан так, чтобы не испортить резинки, на, в том числе на суппортах. Здесь уже вы не ошибетесь, когда будете ставить. Колечко потребовало. Так. Включим обратно наши гаечки. Гаечка номер один. Гаечка номер два. Хорошо, что мы его забрали. Теперь снимаем крышку. Опа. Сегодня что нас ожидает. Ну, карбюратор, кстати, более-менее чистый.
Тут брызжет, тут брызжет. Тут везде все хорошо. Мотоцикл работал хорошо, поэтому нет смысла перед тем, как на нем сломали мотор, поэтому нет смысла выкручивать жиклеры. Посмотри, что там засрано все. Промыли очистителем, собрали его обратно. Все, сейчас пойду поставлю его на мотоцикл. Этот карбюратор. Все, всем пока, подписывайтесь на канал, следите за продолжением. Забыл пружинку поставить. Вот это сюда. Вот теперь можно finished.